Ребята, всем привет! К сожалению, не могу выйти на связь, на живо, потому что YouTube не позволяет. Должно быть 1000 подписчиков, чтобы с мобильного устройства можно было выйти на телетрансляцию. А у меня только мобильный телефон, у меня компьютера пока нету, и ноутбука тем более. А с мобильного телефона нельзя это сделать. Поэтому извините. Я не знал просто-напросто. Сейчас включил камеру, включил телефон, YouTube. Оно пришло сообщение, написано было, что нельзя этого делать. Так что я извиняюсь, я просто этого не знал. Будем ждать 1000 подписчиков. Что поделать? Всем приношу свои извинения, ребята, извините. Не от меня зависит.